Сегодня у нас Volkswagen Touareg, у него такая проблемка, горит значок износа колодок, черкнем ключом. Вот, в общем, может дверь надо закрыть еще чуть-чуть, дверь-то открыта. Вот, горит вот этот значок постоянно, то есть ремонтировать уже неинтересно эту... Это дело ремонтировать никому не интересно, поэтому мы отключаем, заходим в комбинацию приборов. Вот. Там кто-то матом ругается на улице. Это нормально. Баба молодая. Заходим в кодирование. И вот здесь вот смотрим, значит, предупреждение о низкой толщине тормозных колодок включено. Плюс один, то есть надо убавить на единичку. Блин, а тут ноль уже как бы стоит. Это что же надо 0,9 написать получается. Сейчас попробуем 0,9 написать. 0,9. Выполнить. Кодировка отклонена. Не принимается кодировка такая. Интересная фигня. Предупреждение о непристегнутом ремне. Предупреждение о низком уровне омывайки. Ой, ну да, вот эти вот последние два значка. Нет, вот эти два. Значит, вот здесь нам надо 7 изменить на 6. Выполнить. Вот, кодировка принята. И значок погас. Давай еще разочек это заглушим, да, заведем, посмотрим, что все у нас окей. Вот, включаем зажигание. Это ТО там сейчас сотрем. Самое главное то, что колодки уже не беспокоят нас. Вот такая вот история, короче.